Через фланг идет атака, есть свободное пространство. В центр штрафной, не может его вынести защита. Тренер гостей задействует тактику командного прессинга. И давайте смотреть, как это скажется на игре хозяина. Защита на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Тут может что-то получиться. Тут защита справляется с потерей мяча. Защитник продолжил разведку, дал возможность передохнуть своей команде. Шанс убежать в контратаку есть у команды.
игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Может получиться интересная атака. Реми. Двигается с мячом вперед. И прямо в центр штрафного мяча. Защита, выбить мяч. Вот это да! Отлично сыграно. Иванович. Рамос. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Это может быть опасная атака. Защита справляется.
мяч летит. Атаку этой команды.